Да, я очень рада, что так все замечательно вышло. Конечно, были наши ошибки, но, в принципе, я довольна игрой. Мы надеялись, ну, точнее, мы думали, то, что игра будет намного сложнее. Вот, мы как бы готовились, но я рада, то, что все так завершилось, 3-0. Спасибо всем, что пришли поболеть. Очень рада. Очень громкая поддержка. Повлияла ли она на итог первой партии, когда вы чувствовали эту поддержку и удалось победить в первую сеть? Ну, домашние игры и поддержка болельщиков, она всегда подбадривает, как-то мотивирует, дает какой-то тонус дополнительный, потому что люди приходят смотреть, болеть, они уделяют на это время, и хочется оправдать их ожидания и наши.